Как с понедельником, братцы? Смотрите, какая к нам подружка прибежала, не знаю, видно вам, не видно, вон там в кустике белочка бегает вон, по деревцу. Эти мои орешки какие-нибудь. У меня кедровые орешки есть. Вон она, красотка. Ах ты. А? Ай, дурында, на землю сползи. Вот мы и добичевали до понедельника. Я даже не знаю, какое сегодня число, если честно. Сегодня у нас 4 октября. Подружка. Что смотришь? Красота. Не было тебя все выходные. Ладно, беги. Шу, братцы. Время 24 минуты 5. Правда, 8 градусов тепла. Видите, как у нас тут хорошо. Видите, сколько мы с вами отстояли? 99 часов 22 минуты. А, молодец. Вот это мы дали. Точки. Страна начала. Россия. Ну что, вот ради вот этой макулатуры всей мы отстояли 99 часов. С четверга. Где-то час дня по местному. И до вот сегодня понедельник. Фонарики даже не помыл, потому что воды нету. Я думал, что если сегодня вдруг, не дай бог, не уеду, завтра надо будет каким-то образом за водой выбираться. Тент так и не заклеил. Забыл потом про него. Тут вроде все по машине хорошо. Я уже тут столько кругов вокруг нее нарезал. Не передать словами. Что, будем двигать? Наконец-то. Уже ездить разучился за столько времени. Благо, погодка благоволит. Солнышко, хорошо. Надо сматываться, а то скоро снега начнутся. Надо рвать когти, да? Поехали по бездорожью, прокатимся. Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Ну, вроде все. Все сложил, путевку заполнил. Что, длина нашего маршрута составит, ну, я думаю, будет больше 6000 километров. 5925 Тамашка выдает. Ну, будет больше. О, катишься. Не примерзли колодки. Ну что, с Богом! Разучился. Отстояли мы тут, конечно, жестко. Это не самый жесткий простой. В прошлом году примерно в это же время у нас получилось дней 12 здесь же, в Иркутской области, только в Тюне. В Тюнском. А так... Самый мой максимальный простой был, это 28 дней. Не дай бог повторить. Не хочу. Итак, сегодня понедельник, 4-е. Ничего мы загадывать не будем. Ну, сегодня только единственное, что можно
предположить, что мы сегодня доедем только до Братска. Дальше мы однозначно не поедем. Вот до Братска эти 300 километров будем шлепать часов под 7. Груз высокий. Ну, не высокий, груз-то хороший, увязан хорошо все. По осям у меня все красиво. 20 тонн, 20,5 по документам. Сиденье уже, видите, ожито. Как начинаю ехать, оно мне что-то всегда сразу пищать начинает. Потом почему-то перестает. До свидания, Усть-Илимск. Почему-то по следующей дороге. Ладно, мы сегодня сюда уходим налево. Это. В общем-то, что плохого сказать? В рабочий момент. Ну что? О, там даже вон полицаи стоят. Сука, ходил здесь Ангару рассматривать. Никогда здесь полицаев не видел. Так через дорогу видел, ездили. Что тут они стояли. На бывшем мосту. Видите, тут они. Ой, не одна машина. Через 120 метров. Целых две. Налево. Затем на следующем повороте. Какой-то у них тут рейд сегодня. Понедельничный. Это вот оттуда поедь по той полосе. Там грузовикам нельзя. Здесь можно. А я когда сюда ехал, ехал по той полосе. Ну что, Ангара, до свидания. Как когда ясно, красиво ГЭС видна, четенько все. Вот, так что сегодня мы готовьтесь к... А что, обгон на мостах? Я думаю, что да. Ну, не так уж он тут и запрещен в принципе. Ой. Да, сегодня что, говорю, только я думаю до этого, до Братска, дальше никакого смысла нет. Мы до Братску приедем только. Ночь настанет. Чего делали? Сидел целыми днями, спал, компьютерные дела хоть немного свои поделал. По городу походили, погуляли. Да, есть тут подписчик тоже. Ну, не один. Звони, говорит, звони. Ну, отвлекать человека от дел насущных. Вот, пристань даже, смотрите, какая. Человека от дел насущных как-то, ну, особенно вот выходные. Не очень хотелось. На рыбалку сходил один раз, в две блесны утопил. Расходный материал, это фигня, да, блесна мы купим. Мне вот тут интересно, как здесь сейчас выбираться? Ну как-то ж выберемся. Вот. По объездной, тут можно через город, но тоже там, а вдруг нарвешься он. Хотя вон там два экипажа стоят, но там в городе никого нет. Маша, поедем вот так. Затем на следующем повороте поверните направо. Здесь получается, наверное, когда оттуда идешь, там мост такой есть. Я на нем налево свернул, через него не поехал. А так, наверное, надо было через сам мост ехать. Или как тут? Я ехал не этой дорогой. Ну, я ночью приехал, уже темно было. 8,4. Да, это по объездной. Обходим Усть-Илимск. И покатим, покатим, покатим. Ну да, вот сейчас, наверное, вот мост будет. Я на этом мосту еще сейчас еще так это не совсем красиво повернул. Сейчас покажу как.
какой-то он весь развален, этот мост. Не, не развалины. Тоже вот баржи или баржи стоят тут, таскают их по Ангаре. Да, я когда ехал оттуда ночью, я по прямой не поехал, надо было прямо через мост ехать. А я спустился, и меня Машка кричит: поверни налево. Я тут... Темно было, никто не видел. Вот, я когда оттуда приехал, я вот сюда раз и налево и свернул. Ну и вот по этой дорожке-то, по соседнему мостику и проехал. Я откуда знаю? Теперь буду знать, что как едешь, надо так вот по прямой ехать. Я вот здесь вот сюда крутанул. А в темноте не видно было. Сплошная тут, не сплошная. Все, в общем. Добрый путь. Покидаем Усть-Илимск. Дорожка нас ждет впереди. Такая подгулявшая. В общем, погнали. Есть их, правда, немного, штуки 3, наверное. Здесь можно вот даже до 12 разогнаться, километров до 80. Они короткие, их тут может быть штуки 3, наверное, может 4. Но столько, что ДПСники на встречу попались. Ничего себе, я думал, все там на этих, на бывшем посту там операцию проводят. Не, что-то тут одни какие-то заблудились. Основная часть у нас сегодняшнего дня, в любом сегодняшнего, ну, рабочего дня, все равно пройдет в потемках. Еще тут 5 часов, 6 час, еще пару часиков и будет темно. Ну, под половину пути где-то должны пройти. Здесь даже вот этот, ну, Усть-Илимский район, он здесь, он получше. Туда Братский. Когда начнется, там похуже. Местами там совсем все печально. Горки здесь тоже неплохие. Тут снежок пройдет, тут нормально, можно ездить. Без фанатизма, конечно. Ой, может, отпустим ее? На следующую горку взлетела. Судя по асфальту, это можно сделать.
90 не буду пускать. Так-то тут, в принципе, смотреть-то не на что снимать. Ну, природа, да, любоваться осенней природой. Три поселка, в которых связь появится. Сейчас все, связи нет, тишина. Здесь главное не проспать момент, когда дорога закончится. Вроде пока не собирается. Я имею в виду ровность покрытия. Дорога-то не закончится. Давай, раскатывайся на горочку, пока есть возможность. Очень быстро она сейчас закончится. Желтенькое все, ну вот желтые сосны, прикол. Честно, удивительное явление. У нас такого нету в Беларуси. Дачи 25 километров. Вот так. Я, конечно, знаю, что эти тоже, они шиволки тоже сбрасывают. Вот так вот. Желтизна такая, да. Класс, красиво. И главное, что? Правильно, как в той рекламе. Главное, сухо. Закончится дорога. Ну да, вон, судя по всему, уже та горка у нас. Да и мостик, походу, подгулявший. Да не спеша. Ну, торопиться вообще некуда. В плане некуда. Ну, то есть едь себе, едь, ну что, куда ты тут разгонишься? Вообще знак 20. Тут, наверное, был ремонт. Да, они что-то делали. Оп. Оп. Так и живем. Как вы думаете, у нас впереди дождевая туча или снеговая? Плюс 5 на улице. Что-то вот как-то уже очень темно впереди. Какие здесь хребты хорошие, со спусками и подъемами. Давай, скамеечка, беги, беги. Ты веселее бежишь, походу ты пустой. Мне с моим-то ножом по этим ямам страшновато отпускать ее. Давай, давай, работай, работай. Не хочет что-то. Беги, ну чего ты? Ну не хочешь, как хочешь. Там он внизу. Да, тут попробуй побеги, вон там внизу мост разбитый, подъем убитый. Как ретарда держит. Отрывается, но держит. Река седьмая, я шестую не проезжал. Сейчас заедем в эту тучку, глянем, что нам там впереди готовится. Скорее всего, дождь. Хотя нет, вот на подъемчике что-то отстает. Тоже, наверное, пригружены. Неплохо.
догнал он меня очень лихо. Пойдет, когда посчитает нужным. Хорошо, там темненько. Хорошо. Ждем. В дождик попали. Да и то такой какой-то. Туча была страшнее, чем дождь. Пока, во всяком случае. Асфальт намочил. Хоть стеклышко помоет. А не. Хороший дождик. О, нет, там вон впереди вообще не видно ни света белого. Поливает добро. Скамеечка наша убежала вперед уже, все. Ну, не наша. Татарские номера. Полетел он. По ямам. Ду-дун-ду-дун-ду-дун-ду-дун. Мы потихоньку. Там хорошо-хорошо поливает впереди, я смотрю. Пускай поливает. Продолжит плюс 3. Может, плавно и в снежок превратиться. Посмотрим. Что ты так быстро трешь? Не надо так быстро тереть. Прошли за 2 часа. Это, в принципе, довольно-таки
стемнеет. По светлому. Да ты хотя бы видишь, что у тебя впереди делается. Где-то что-то можно отпустить с горки. Так, прикинув глазом, что более-менее. А по темному-то нет. Да, придется подниматься тяжко, милая. Ну что сделаешь? Ну не могу я тебя тут разогнать. Жалко. Лучше мы больше солярки спалим. Уже подтянул ремни, уже догнал. Буквально, сука, я тут отъехал-то. Здесь 15 минут прошло. Давай, жги вперед. Иначе будешь за мной опять. Ну, у него так, судя по дровам, так там, наверное, поменьше загружено, чем у нас. Но, наверное, тон... Хотя нет, думаю, ту же двадцатку тащит. Да-да-да. Такие ямины, лучше я приторможу, подвинусь, тут узко, все, лети, братан, надо быстрее, базара нет, пропустил, все, никто ж не спорит, что можно и быстрее ехать. Мы в щадящем режиме. Тем более сейчас темнеет уже, и хрена видно не будет. Еще медленнее поедешь. Потихоньку будем. Лэп, говорит, пока мы тут раз, два, три, четыре, он на своих двоих. Раз, два. А мы потихоньку, раз, два, три, четыре. Топаем здесь. Спеша. Тишина. Только молодежь развлекается. Это второй поселок. Закусочная Метелица. Все, Жидикова похлебали. Все хорошо.
как не ехал, аккуратно все равно передним колесом, что-то как дал в одну яму. Так, вроде, не, ну все нормально. Я же думал, сейчас диск загнул. Вроде скорость маленькая была, как влупил в нее. 90 километров отсюда уже до Братска осталось. Ему часа за 2,5 заедем. Сейчас сколько время? 20:19. 8:30. Я думаю, часам к 11 прирулим. Спокойненько. Молодежь, а что ему тут еще делать? Они не развлекаются. Там тоже сидят в кафешке. Я один сидел. 2 парня, 4 девчонки. Молодые. Сидят в карты, гуляют. Развлекаются. А что им еще? Чем им еще заниматься? Прицеп даже не пойду смотреть. Может быть, потом как-нибудь. Я думаю, там ловить нам нечего. Все там хорошо. Только мы тронулись. Поехали. Смотрите, какая прелесть у нас началась. Прям лепота. Смотреть. Особенно, когда верхние прожектора бьют. Снежочек пошел. Я думаю, он не нам не страшен. Прикататься он не прикатается, да и не такое, что тут еще и снег. Нам ехать-то тут немножко, брат, по бездорожью. Оно продолжается, даже сейчас усиливается. А пошел снежок. Так ехал местами, где на буграх там, на этих, на сопках, не на сопках, на хребтах. Так и нормально так бело было довольно-таки. Днем-то хорошо прошелся. Посмотрим, что дальше, ближе к Братску будет. Надо что помочь, нет? Нет, все, спасибо, справился. Да? Воздух только улетел, как ушла. Ага. Ну смотри. Справился, и это хорошо. Ночь. Тайга. На аварийках. Ну, особо-то, чем я могу помочь? Так поддержать, мало ли, есть некая определенные работы, где один не справляешься. Но сказал, все хорошо, ничего не надо. Значит, едем дальше. 57 километров, и мы будем доползем до Братска, вернее, так будет сказано. Обратно мы быстрее, по-моему, поехали. Из 20:11 мы вот уже к Братску подъезжаем. Вот не знаю, вот здесь вот Роснефть есть на въезде. Сейчас попробую, если там есть место где-нибудь приткнуться, попробую, может быть, здесь стану на ночок. На ту стоянку ехать, там интернета нет, нифига, мне интернет надо. Там он и не симки, именно на этой стоянке он ни хрена не тянет. Я как-то видел, тут машины стояли. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. А здесь-то с интернетом все хорошо. Вот, поэтому не знаю, сейчас попробую. Если тут у них есть где-нибудь.
там прям стать. Вот здесь. И вот там, смотри, вон справа машинка стоит. Надо пойти спросить. Подождите, не, я там потом... Не, проеду, а что не проеду? В крайнем случае назад сдам. Не, я тут потом не проеду. Я не выверну, мне не хватит места. Но я пойду спрошу, если можно у них здесь остаться на ночевку, переночую. Пойду поинтересуюсь. Мне сказали, вот здесь вот как бы нельзя, а вот туда чуть правее. И там какая-то площадочка есть. Я смотрел, ты видишь, там машинка стоит. Сейчас мы туда подъедем, посмотрим. Не хочу я на ту стоянку ехать. Выйдет, и я спокойно переночую. Ну и все. Тогда глушимся и что? Спокойной ночи. Что он завелся?